Пенсионер говорит о своей проблеме неохотно, мол, устал уже оббивать чиновничьи пороги, пытаясь забрать то, что принадлежит ему по закону. Ерик Айбеков уже полгода просит об одном – вернуть ему землю. 20 гектаров возле озера, по его словам, у него отобрали, пообещав дать землю в другом месте. «Мне сказали, что моя земля у озера. Чиновники могут дать мне тоже, только в другом месте. У меня забрали госакт. А сегодня нет ни земли, ни тех, кто отнял ее у меня. Я узнаю, что другим землю уже выдают, а мою так и не вернули. Ходить в акимат и кадастр я, честно, уже устал». Давать комментарии в акимате вначале отказались. Однако, поняв, что съемочная группа не намерена отступать, чиновники удосужились поднять архив и посмотреть, в чем, собственно, дело. В акимате Байдебекского района заявили, что на изучение этого сложного вопроса нужно время. И еще добавили, что история с несчастным стариком слишком преувеличена. «Мы подняли документы, вот его подпись. Он сам отдал 20 гектаров земли. Теперь мы меняем госакт на новый, но дедушка к нам не приходил. А наши специалисты не должны ходить к нему сами. Будем разбираться». Дадут ли пенсионеру обещанное, неизвестно. Единственное, чему рад сегодня Ерик Айбеков, так это тому, что кроме отобранных 20 гектаров у старика осталось еще немного земли, возделывая которую он может хоть как-то существовать. Шудин Саидов, Марат Давлетов, Сергей Константинов. Информационная служба телекомпании «Утро».